Аким области Нуржан Нуржигитов провел встречу с руководством компании «Илдерим Холдинг» и обсудил реализацию проекта по строительству завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе. Участие во встрече приняли генеральный директор «Илдерим Холдинг» Исмаил Джейлан, директор ТО «Казах Сода» Рамазан Ибраимов, представители компании CAMCE и ТО «Сем Арка». Производственная мощность завода составляет 500 тысяч тонн в год с перспективой увеличения до 1 миллиона тонн в год. Предприятие будет полностью покрывать внутренние потребности страны и осуществлять экспортные поставки. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта и будущий потенциал взаимовыгодного сотрудничества.